Ирниту – единственный в Приангарье вуз, в котором действует специальная банковская стипендия. Программа «Альфа-шанс» дает возможность самым талантливым и перспективным получить деньги от коммерческого банка. За 2 года это 120 тысяч рублей. Материальная поддержка в виде 5 тысяч ежемесячно – это ощутимая свобода для студентов. Свобода теперь взглянуть и инвестировать эти деньги уже в свое развитие. И действительно инвестирует в себя. Классический набор такого стипендиата – автошкола, изучение иностранных языков, дополнительные курсы. Все это было и у Артема, активно занимающегося вузовской наукой, участника многочисленных конференций и одного из разработчиков умной программы «Аврора». С этим проектом с товарищами он отправился в столицу. Оттуда к очередной сессии вернулся с идеей для своего дела, начальным капиталом для которого и стала стипендия. Я их инвестировал уже в свой бизнес. И сейчас мы занимаемся тем, что в места, где есть публичный Wi-Fi, мы устанавливаем свое оборудование, которое позволяет авторизовываться посетителям и давать рекламу заведениям. Для участия в программе каждый год в вузе отбирают 10 человек. Им нужно написать сочинение и проявить себя на собеседовании, показать, что есть цель, потенциал и желание развиваться. У самых вот молодых на старте немножечко, наверное, воодушевляем, вдохновляем и даем им такую небольшую такую платформу или такой небольшой, вот, наверное, рывок для развития. Очень важно, когда есть вот фундамент, чтобы немножечко чуть-чуть помочь, и человек пойдет дальше сам. Отбор следующего десятка счастливчиков, которые получат свой альфа-шанс, начнется в сентябре.